Смотрите в субботу 18:30 на канале Ю в программе «Ретроскоп». Рейд по печорским торговым точкам. Какие предприятия торговали некачественными продуктами? Грязно, много мусора, битого стекла. Так печорцы отзывались о месте массового отдыха у воды. 10 лет прошло, ничего не изменилось. Чудо-аппарат в больнице Водников. В 2006 году мы рассказывали и о нем. Идя на работу, мало кто из нас надеется встретиться с настоящим чудом. Пожалуй, единственное исключение – это акушеры. Итак, встречаемся в субботу, 4 августа, на канале Ю в программе «Ретроскоп». Нам еще есть что вам показать, а вам что вспомнить.